В сегодняшнем видео мы расскажем вам о знаменитостях, которые очень рано вступили в брак. Готовы? Тогда поехали! Российская актриса и режиссер Вера Глаголева впервые вышла замуж в 20 лет. Со своим первым супругом, режиссером Родионом Нахапетовым, она познакомилась в 18 лет на кинопробах. Вера родила двух дочерей, однако ранний брак звезды распался в 1991 году. Причина – новая влюбленность супруга. Своему первому мужу Вячеславу Баранову российская актриса Евгения Добровольская сама сделала предложение. Когда она выходила замуж, ей было всего 18 лет. У Добровольской родился сын, но через несколько месяцев звездный брак распался. Супруги оказались слишком разными людьми. Певица Кристина Орбакайте начала встречаться с Владимиром Пресняковым в 16 лет, сразу начав жить гражданским браком. В 20 лет Кристина родила сына Никиту, а в конце 90-х брак распался. Влюбленные поняли, что переросли свои чувства. Рано вышла замуж и американская звезда реалити-шоу Кортни Стоден. Со своим избранником она познакомилась, когда ей было 16 лет. В этом же году пара заключила брак, несмотря на то, что мужчине на тот момент был 51 год. Спустя 2 года после свадьбы пара развелась. Первый раз Мила Йовович вышла замуж в 16 лет, но отношения оказались очень непродолжительными. Спустя 2 месяца брак аннулировали по требованию матери юной звезды. Американская актриса Мелани Гриффит познакомилась с актером Джоном Джонсоном, когда ей было 14 лет. В этом же году она вышла за него замуж. Юноше на тот момент было 22 года. Брак продлился 6 месяцев. Позже Гриффит ушла к актеру Стивену Бауэру, а в 1989 году Мелани и Дон снова поженились, но и вторая попытка оказалась неудачной. Через 7 лет супруги расстались окончательно. Звезда фильмов «Один дома» Маколей Калкин рано женился, в результате чего брак просуществовал всего 2 года. Избранницей актера стала его ровесница и одноклассница Рэйчел Майнер. Молодые люди оказались не готовы ко взрослой жизни. А как вы считаете, какой возраст для семейной жизни самый оптимальный? Спасибо, что посмотрели видео. Если информация была для вас интересной, поддержите нас лайком и подпиской, а также посмотрите рекомендованные видео.